Всем привет, ребята! Сейчас поиграем в Спай Маус. Пятая часть. Так, заходим. У нас в большом городе. Так, сейчас убегаем. Да, убегаем. Кошка, бери свой ткань и играй. А я включу телевизор. Ты мультики смотришь. Ура! Свободен! Сейчас зайдем. Синий вход. Ой, не успел. Не успел. Сейчас еще мышонок. Так, сейчас в мышку мы. Мышонок спряталась от под скотаном. Сначала котик, сначала играй свой ткань, а потом включу телевизор. Так. Подойдем к телевизору. Ну, пускай играет в ткань. О, его любимые мультики. Городной. Беру опять ткань. Наиграй свою ткань, а я беру сыр вашего. Надо брать два сыра. Он уже играл и хватит. Так, спускаемся вниз. И там кошечка. Прячемся от кошек. И там будет письмо. Мы убегали от кошек. И сейчас возьмем перчик. На, на, кошечка, ешь рыбу. Сначала. Потом... Потом ухожу. Все. Все, я убежал от тебя. Так, ребята, зайдем. И там строительство. Города. О, нет! Убегаем. Ё-моё! Ой-ой-ой! Полин! Я нечаянно вышел из Софи. Зайдем туда. В
Все, кошечка не пролезет в дырку. О, еще там дырка. Они уже на месте. Еще два входа. Так. Так. Еще. 5 миров N1. Х1. Ой, сыр очень тяжелый. Сейчас возьму еще. Я еще возьму. Кошечка еще спит. Так, выйдем из сейфа. А теперь украдем сыр. Ой, какой он сыр тяжелый. А он большой. Да, выйдем из сейфа. Возьму шарик. Помогите! Все. Сейчас возьмем сыр и украдем. А, в сейфе. В сейфе. А кошечка не найдет, потому что мышонок в сейфе. И он сейчас перестанет спать. Да. Да. Отстану от кошечек. И опять он засыпает. Берем, украдем сыр и утащим. Нет, мышоночек. О, все, выходим из сейфа. Ну давай быстрее, мышонок. Ну давай быстрее. Все, он ушел. Да. Да. В сейфе. Быстрее в сейфе, а то захватил. О, там дырка. Нарисована дырка. Они ускоряются очень медленно. Ай, пойду в дырку. Да. Все не увидят. Ха-ха-ха. Да. Выпускать никак. А, перчик, перчик. А, ой. Немножко сыра хватит. Немножко сыра хватит. А то кошки захватят.
Возьму шарик. Ой, 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 ой. Он лопнет сейчас. Ну, давай быстрее в сейфе. В сейфе. В сейфу. Чтобы кошки не видели. Украдем! Да, украли. Захватит! О. Берем сырчик. Ой, давай быстрее, сейчас украдут и положат на место. Давай быстрее, быстрее. Все, 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 все. Никогда не видят, ха-ха-ха. Да. Так, в сейфе, в сейфу. Да. Я просто искала Макшнакнекс. Макшнакнекс. Они уже ускоряются медленно. Что такое? Заведение. Я просто... За счет сегодня платишь сама. О, быстрее. В сейфу, в сейфу. Да, в сейфе закрыли. Так, все, 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 все. Да. Ножки тебе болит, да, Маша? Надо полежать. Я просто искала Макшнакнекс. Ты когда-нибудь была на свадьбе? Была у моей девушки. Ну, понравилось тебе? Понравилось. Да, зайдем у него. Это у нас закрыл глаза. Естественно. И когда-нибудь была на свадьбе? Была у моей девушки. Ну, понравилось тебе? Не хватал, ха-ха-ха, не хватал. Под с холодильником спрячемся. Ой, там очень быстро узко. Нет. Быстрее, быстрее. Берем и украдем. Опять в дырку. Потому что там положили. Вот там еще дырка был. Ну нет, нет, еще не было дырки. Слышишь, мама, повтори звук. Крис, слышишь,
Да. Захватим сыр. Да. Я закончилась спрятаться. Захватим сырчики. Ну давай быстрее, закончилась. Берем шаричек. Попал у нас сыра. А-а-а! Спрячемся, чтобы он не видел. Я хотел в пушечку. Коты, нет! Спрячемся. А чё ты ей не можешь дозвониться? Надо в пушку. И летаем. И залетелась. Обошлось на кота. Быстрее, близко, чтобы кот не видели. Да, чтобы коты не видели. У него закончилось. Давай быстрее. Да. Давно предстоишь, свежий. Сколько? 47. Все, чуть не умер. И там будет письмо. Да, берем рыбку. К
кнопка для котов. Не поймал. Мам, не смешно. Ну, хватит смеяться. Егерь Сергей? Опять в дырку захожу. Выкладывали. Не зашел. Опять в дырку. Они опять выкладывали. Че, Мосгаз? Че, Мосгаз? Никаких Мосгазов не бывает. Не нажал. Кот, нажимай своего кнопку. Стой, котик. Стой, стой, стой. А то кот зайдет и все. О, нет. Кот увидел. Но не успел нажать. Не туда нажал. Свою кнопку нажимай. Да. Да, сейчас кот уйдет. Мы уйдем от него. Да. Письмо есть? Завтра последняя часть будет. Ребята, завтра последняя часть будет. От какой номер ты набираешь? Он умер. Кот сейчас отойдет. Мама постелит. Мам, ну я почему-то не знаю, дозваниваюсь, чтобы никто не звонил.
и будет 3 сыра. Я письмо не нашел. Убегаем от кота. Ой, ой, как сыр тяжелый. Сыр очень тяжело. Да, 1000 очков. Я же пошутил. Да. Я тебе говорю, я вот сейчас звоню тебе, то мне мозгат, потом полезь подошла. И бабушка теперь я мозгаз. Как не нужно вещь меня бросали. Я теперь уже никому нахуй не нужна. Шарик. Пускай вот все, никто не пишет, все ведут только. Вот. И как будет тяжелый. Нет, не имеет права уволить. Нет. Это называется, что это знаешь, как называется, Валя? Это они принуждают к увольнению. За что меня увольнять? Вот за что? Я в сейфе не заходил. Потому что это кот лопнул шарик. Ни одного выбора нет, ни одного да это. Ну я понимаю, ну Валь, ну с ними бодаться надо. Ты можешь не идти, ха-ха-ха. Ты же застрял, ха-ха-ха. Еще следующий уровень. Четыре телевизора, может быть, такие. Я беру сырчик. Юша, можно я потом? Можно? Ну. Можно потом я? Ну, потом ты, да. Это уже пятая какая часть? Пятый.
Надо телевизор включить. Все мультики хотят смотреть. О, там перец. И он сейчас стоит. Да. Все мультики смотрят. Ха-ха-ха. Да. Все мультики смотрят, да? А да я. Баночка с сыром. Сейчас там коты уйдут. Он кот проснулась. Они только по точкам ходят. Сейчас кот, я под диваном. Кот сейчас проснется, давай быстрее. Я под диваном спряталась. Маша, не прыгай. Хватит прыгать. Я просто испугалась. А дай я попробую. Сейчас. Когда все пойдет, мне дай. Но опять ты сейчас выйдешь. А, вот он, письмо. А почему он только здесь? А письмо я не нашел. Кота. Улыбка. Две улыбки. О, спинка. Две улыбки. Вот оно, мышонка. Идите кушайте. Все здоровые кушайте. А я. Не дам. Илёша! Ты на меня кричишь. Илюша мне ногой по носу. Ну я... Поругались между собой, что? И я ругаюсь на маму. Маш, рано еще, время 7:30. Да какие спатеньки, Маш, что ты мне по ушам ты чешешь? Дай бог, 12 отдуплишься. Спатеньки. Честный пуша. Сейчас украдем сырчик. Вот ты мне, да. А не помню, что меня убил. Что за... Лежит по телефону. Его не попало внутрь. Сейчас коты пройдут. А, я в сейф не успел. Не успел. Стой. Да я маме расскажу все. Опять? Дай мне, а то я маме расскажу. Я тоже бабу расскажу, когда ты ругаешь меня. Все, я пошла уже расскажу. А, да, все, успел. Я уже рассказала. Теперь я, дай я. А... Я. Ну там, и там. Дай я. Там будет. Ой. Я буду.
буду. Ты опять ты выйдешь. Юш, я ничего не буду выходить. Ой, я даже возьму. Так. Сейчас они пойдут. В сейфе далеко. Маш. Украли сыр. Так, ладно. Ой, ну я не вообще заплываю. Ну и ладно. Мышонок в сейфе. Быстрее в сейфу. Все, он не видит. Ладно. Нечаянно. Дай! Ну дай, Юша. Дай. Ну, Маш, ну дай. А я пошла. Не прыгай. Давай сюда. Отстань. Надо убегать. Бабл-де-би-бай. До свидания. Ну нет, кот. Давай быстрее, а то утащут сыр, наш сырчик. Ой, вышел. Но он шарик лопнул. Это не конфета. Мама меня обманула. Опять украли. Очень тяжелый. Так, мне нужна палка. Сыр тяжелый. Давай, украдите. Украдите мне сыр, пожалуйста. Ура, украли. Да. Ладно, попробуем. Ну ладно, попробуй. Дверь не пускает нас. Добрали сыр. Он на PS3 работает.
Реймон. А какой-то другой диск упал. Давай я его достану. Давай. Михаил, смотри, едь, я сейчас поеду туда. Баю-баю-баю-бай, баю-баю-баю-бай. Все. Еще разочек. Ту-ту-ту-ту. Баю-баю-баю-бай, баю-баю-баю-бай. Илюша, я контейнер нашла. Мой? Да. А, сейчас нажимает кнопку для кошек. Смотри, Илюш. Это мой? Одна гантея. Ой. Сейчас. Одна гантея и вторая гантея. Илюша, я нашла их. А, увидел! Игрушки-трансформеры со скидкой до 66% в дочках-сыночках. Это вакунцы! Это вакунцы! Ну нет. Это вакунцы, вот, видишь, это вакунцы. Построила Мари. Построй свой мир. Скоро у меня память закончится. Распыли воду. Сними через 10 минут. Повторяй без конца. Аквабит в студии Дели. Аквабит! Главное событие сезона на главной выставке страны с 22 ноября. Играй своего катка. Проведите лучшее время на самом большом катке Москвы. Зима на бою, бою, баюшки, не ложись на краю. Каждое утро он пьет иммунели и укрепляет меня. Играй! Да, смотри! На меня я могу поесть подплывать! А я? У тебя головка большая! Вот я ж показываю! Баю, баю, баюшки, не ложись на краю! Такая уж тела есть! Добро пожаловать в мой новый домик! Мамина выпечка такая! Мама! Давайте играть вместе. Баю, баю, баюшки, не ложись на краю. Неделя черных пятниц в дочках-сыночках. Хочешь в ткань играть? Он не хочет, ладно. Да, зайдем в него. Да. И пятый босс. Построил Мартин. Построй и будет свой. Гигантский кот. Мульт-кино будет смешно. Самые новые эпизоды любимых мультфильмов уже в кинотеатрах. Он хочет кормить нас. Нового изобрел Кеша. Сможет ли Дим Димыч сам пришить пуговицу? И еще три мультфильма. Тут кубики нету. Вот кубики были кубики. На большом экране. Вот тут были кубики. Приходите в кинотеатры всей семьей. Выходные. А мышонок превратил скелета. Как прекрасен сказочный мир и жизнь. Но только там была. Но только что был. Покажи. Видишь? Это заражение. Нельзя, да? А покажи мне, как ты скелетиком был. Был скелет, да? А покажи, как скелетик был. Покажи. Но может зародиться. Мам, ну один разочек. Один разочек, да. Ставлю. Пал скелетик.
Ух ты! Скелетик. Скелетик, мышонок. Мышонок теперь скелетик, да? Да. Превратил, да? Это статуя какая-то уже. Ай! 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 Я расскажу вам страшную-страшную историю про девочку Люсю, которая верила в нехорошие приметы. Однажды летом приснился девочке ужасный сон. Будто бы по улицам ходила большая крокодила. Она голодная была. И эта крокодила вдруг Люсю укусила. Подумала она, что это ветчина. Девочка проснулась в холодном поту. В зубах она и брал сырчик. Она зеленая была от страха. Нет. Дурной сон. Плохая примета, подумала Люся. Чтобы теперь выходить, я боюсь. А вдруг там за правду в кустах проглотили? За твой головы. Который дишь поешь. Это ежит, я не поешь. Не изменишь. Выходим из рта. Из желудок. Все, он теперь вырвет. Ура! Как вырвет? Кто вырвет? Вырвет котенок большой. Это что, кладбище какое-то? Да. Ребята, завтра последняя часть. 6-й. Нет, Юр. Всем пока-пока. Послезавтра.